Прогимназия «Эврика» и шестая школа распахнули свои двери более чем для 130 первоклассников. С теми, кто пришел сегодня в первый раз в первый класс, познакомилась Анастасия Попова. Так ярко и весело встречают новый учебный год учащиеся шестой школы. В этом году здесь впервые сядут за парты 54 ребенка, четверо из которых – это дети особой заботы. Общественная организация «Счастливые дети Муравленко» подготовила сюрприз для особенных первоклашек и их родителей. Взрослым-то хочется всегда получать подарки. А когда тебе кажется, что День знаний – это еще и дают подарки, а не прежде всего учеба, да? Плюс тебе дают сюрприз, который с любимыми героями, то это для них, конечно, важно. Подарки подготовлены от имени нашей организации в рамках реализации проекта. Семилетняя Алиса Бессонова уже познакомилась с первым учителем. Девочке вручили медаль первоклассницы и показали класс, в котором она будет учиться. На торжественной линейке вместе с дочерью мама Юлия Бессонова. Для их семьи это особенный день. Школа не просто возможность получить образование, но и быть социализированным в обществе. Для ребенка образование, ну, как говорится, чтобы общение с детьми налаживать, ну, для дальнейшей жизни, учить, как говорится, отпустить во взрослую жизнь. В прогимназии «Эврика» всем учащимся измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, затем пропускают детей на торжественную линейку. Родители проходят в зал с другого входа. Таковы рекомендации Минпросвещения и Роспотребнадзора. Первоклашки с большими белыми бантами и цветами в костюмах и бабочках готовы окунуться с головой в новый удивительный мир знаний и школьной жизни. Школа – это где ребенок начинает понимать, что он становится взрослым, умным и большим. Мне очень хотелось идти в школу. Что такое школа? Там дети учат. Чему? Как решать примеры, как писать. Для Айны Юсуповой это необычное 1 сентября. В прогимназии «Эврика» она работает с самого открытия, но только в этом году стала классным руководителем у новоиспеченных школьников. Новый учебный год, конечно, с огромным волнением, потому что это все-таки первоклассники, первый раз пришли в школу. Мы очень готовились, их ждали, соскучились. И надеюсь, что этот учебный год будет для нас очень успешным. Сегодня «Эврика» распахнула двери почти для 300 учащихся. 80 из них впервые сядут за парты. И для них звенит первый в их жизни школьный звонок. Анастасия Попова, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.